Нас просили показать цены на продукты. Ну что ж, давайте зайдем в один из супермаркетов в Варне. О, товар по акции, значит, скидки. Намаление. Вот она моя ловаться. Вот она моя радость. И вы посмотрите. Сегодня попали тоже на акцию. 5 лева. 2,5 евро. Ну что, берем 2? 3, давай возьмем. На всю оставшуюся жизнь. Да, не хватит. 2. Да это что, греческое? Греческий продукт написано. Тесто не изделие, полнозернистое брашно от твердой пшеницы. Состав. То есть это твердый сорта пшеницы. Твердый состав, да? Пшеницы, да. Полнозернистое брашно от твердой пшеницы, вода. Ну что, классно. Так, это интересная мука из Лимица. Это такой сорт дикой пшеницы. Так, это тоже полнозернистая. Так, смотри, даже с омега. Мука из льняного семени, с омега. Это еще льняное семя. Это в Болгарии. В Болгарии растет лен. И даже мука из шиповника. Шипка. Интересно. Вот такие полезные продукты. Так, ну здесь у нас джемы всякие. Пошла уже томатная паста всех видов. Кисело мляко. Любимый национальный продукт. Без него, пожалуй, не обходится ни один прием пищи в Болгарии. Вы посмотрите, какое разнообразие, сколько всяких разновидностей. Ой, сметана есть даже. И сколько разных видов сметаны-то появилось. Вилка в чай. В смысле травяной. В Болгарии как-то больше принято пить именно его, а не черный и зеленый. Поэтому приходите в этот раздел супермаркета, все равно как в нашу аптеку сходите. Болгарские сладости, доставшиеся болгарам в наследство от турок. Лукум, тахан, халва. А вот, кстати, билка в чай или болгарский лукум может стать оригинальным сувениром, который вы привезете из Болгарии для себя, своих знакомых или родственников. Thank you.
Так, ну это интересно, мы еще такого чего-то не видели тоже. Это полнозернист растительной фибре. Да, причем ручной заработки написано, видишь, меньше лева. Испечен вон даже в каменной печи. На камнях, ну. Каменная пешт. Надо взять попробовать. Там вон тоже, смотри, с мельницем. Тоже в пределах даже меньше лева. Да. Интересно. Да, выбор все больше и больше становится. И все в сторону полезных продуктов. Их мы не покупаем, это мы вам показываем. Вы посмотрите, какое разнообразие маслин. Или оливок, и черные, и зеленые, и всяких других цветов. Разной степени солености. Ой, как я люблю эти вещи. Да, оливки здесь просто объедение. Ну, дальше уже сыра не пошло. Да, это то, что у нас брынза называется. Оливковое масло, болгарский зехтин. Подсолнечное у них тоже есть. Олео называется. Уксус, то есть ацет, очень важная принадлежность болгарской кухни. Даже трехлитровые есть. Бутыли, но самый высокий процент это 6. Такие кастрюлечки. Там меня сварить можно при желании. Болгария – это родина Диониса, ну и первого европейского вина тоже. Виски ничего не понимаю, но может кому-то это будет интересно. Здесь тоже акция сегодня. Так, виски Грантс, литр 22 лева, считайте, 11 евро.
какое впечатление у вас осталось от болгарского супермаркета? Да, напишите в комментариях. Нам же это интересно. Ну и следующую тему заказывайте. О чем вам рассказать? И, конечно, не забудьте подписаться на наш канал и колокольчик нажать, чтобы уведомления получать.